Человек с ключиком от ячейки и замочком на шее, беги к нам. Человек, который, да, это будет под песню про ТП, да, плясать. Типа я их сделал, я украл у них ключи, да, из ТП. Да-да. Я думал 900 тысяч. Ты очень хорошо думаешь. Ну, совсем нет. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте. Итак, ребята, представьтесь, Сити Бич Клаб. 7 лет, сколько людей здесь побывало? Толь. Ну, человек на стиле иди, пришел, но почему, сюда. Как я ему могу не дать? Иди сюда, говорит. Не, подожди. Иди сюда, подожди. Так что? 328. Что? Чего? Наверное. Людей? Да. От таких, но не очень, еще если добавим. Выше 500. Нет, выше 500, таких, да? Очень у нас не было. У нас только лучшие, это только лучшие здесь сидим и ищи. Ладно, пойдешь. Нет, мне нравится, 276 мне нравится. Человек, давайте так, стоп, ребята, подсказка, смотрите. Значит, тут была цифра 320 чем-то, это больше, чем 320 центов, но это меньше, чем миллион. Чем миллион, да. Да. Поехали. Вот мы, Толь, нашел этого, кого нашел, да. 700 тысяч. О, нет. Почти, да. Нет. 725. А почти? 650. Он уже там чуть-чуть близко, но... Близко, но нет. Сейчас столик у меня здесь есть. А. 700. Нет. Давайте так, я стоп, я подскажу. Давай. Это меньше. Не стоит. Давай отсюда. Вот, стой, дай. Да, ваша сколько? 420 больше. Больше. 3,5 миллиона. 3,5 миллиона. Это не больше миллиона, а 3,5 миллиона. Да, математика не мой конек. Иди купи мне коктейли. Там, я думаю, бар будет. Не, бар будет доволен. Сейчас нет, столько бабла. Человек просто посчитал, сколько людей просто на метро проехало за месяц. 679. Почти. 7200. Что 7200? 7200. 7200? 700. Так 700 или 7000, я не могу понять. Определись. Это 680. 680, близко. 698. 198. 707. Дальше. 120. 620, уже близко, да. 700. Да, 600. Нет. 640. Нет. 777 тысяч. Так, стоп. Нет, это очень красивая цифра. Стойте, дайте нам... 717! Не хватит! Спасай меня! Стой тут, я буду тебя держать, стой. Ребята, тишина. Тишина. Значит так, любители на шару забуха, нет, стоп, остановитесь. Нина, не трожьте Тему, подождите. Потому что я сейчас сам скажу правильный ответ, заберу этот ящик. Смотрите. Даю подсказку, смотрите. Мы сказали, это меньше 700 тысяч, точно, да? Толь, просто без подсказки. Тут так... А вот как вы прыгали, так и прыгайте, давайте. А сколько лет? 690. 690. Что? 690. Нет, блин, меньше. Да, сколько? 630. Меньше. Вот где-то рядом. 610. Почти. Сколько? 100. Нет, больше. Мы так... Ребята, смотрите. Стой! Есть точная цифра. Стой, подожди, есть вопрос. Вот там на балконе, вот девушка, прям над антенной стоит. Нет, мужчина, у вас пусика видно, отойдите. Не вы мужчина, у вас не видно, у вас все хорошо. Девушка возле антенны, называй. Показывайте нам вот эту цифру, показывайте, давайте. 600. Все, и 602. 3? Нет. Почти близко. Сколько? А 632? Почти так, больше. Сколько? Стоп. Девушка, сколько? 620 меньше. Блин, вы зря бежали к нам, девушка. 615 меньше. Сколько? Тема, я тут уже. Сколько? 612 меньше. Подожди, Толя. Мужчина, бежевой футболке, в очках. Вы чей-то охранник, явно. Ну. 608 почти меньше. Стой, тишина. Стоп, это мои чинцы были. Вот мужчина с рукой поднял руку, говори. 605. Красавчик. Ты сказал 605? Абсолютно верно, 605. Ребят, видите, не обязательно стоять прямо под сценой. 605, бегите к нам, чего ты? Итак, 605 тысяч. Да, кто сказал? Нет, кто, Тёма, кто сказал? Вот идёт, молодой человек. Ребята, кричали многие, да. Же близко. Я сейчас повторяю, мы засчитывали только ответ, на котором украшал ведущий. Я это объяснил. А? Ну, там многие говорят, я говорил, ты понятно. Да, но мы же говорили изначально. Это что? Итак, 605, чувак, на, забирай, держи первый, второй. Держи третий.
Держите. Нет, ящики, нет, ящики любой дурак. Может, ты попробуй без него, это унести, смотри как. Ящики любой унесет. Да. Все, давай. Да, ну, для поза, для... встань, туда, что сзади. Нет, в другую сторону. Вот так. Стой, держи крепко. Отхожу. Было! Все, покачивай. Вот такая вот. Ладно, ребята, время классной музыки сейчас. А, друзья, сейчас на этой сцене мы чуваку, который нереально крутой голос. Он прям сейчас такой пам! И снесло первые ряды прям. Вот такой. Сейчас проверим. Я на самом деле для меня, вот как и для всей Украины, совсем недавно стало новостью его перевоплощение. Я узнал его с другой стороны, в принципе. Ты вообще помнишь, как Тони Матвиенко, да? А тут уже совершенно другой. Я его помню как три Виктора Павлика, понимаешь? Вот. Ладно, друзья, встречайте на сцене. Наш товарищ, сейчас будет музыка. Давид Асмирнов, друзья, помолимся. Мы встречаем, аплодируем. I can hear you. Are you ready for this show? Let's sing it together. Давайте вести разум. Давайте відчувати цей ритм. Трошки гучніше тут приторову музику. Ти з найпершого першого погляду, ти зачарувала. Ти танцюєш, ти мене збавлюєш. Вибор запальна кмо. Коли я ловлю твій погляд, я мало не німію, і з голови все виліта, і я співаю до світа. Гей, гей, тіло опалає, а серце молодь тільки так бум-бум. Гей, гей, пісня качає, бум-бум-бум. Ти нереальна, ти ідеальна, давай сьогодні робити тільки так бум-бум. Знаю, для мене фатальна, вибір між нами є струн. Іскри не меншу, ладно запалати. Ти для мене найбільше прагнення, вибір запальна. Коли я ловлю твій погляд, я мало не рівнію, і з голови вся виліта, і я співаю до світа. Come on! Гей, гей, тіло палає, а серце моє тільки так бум-бум. Гей, гей, пісня качає. Сьогодні робити тільки так бум-бум. Знаю, для мене фатальна, о, біба між нами є струн. Буде наша тайна. Тайна моя. Ти ідеальна, ти нереальна. Сьогодні в нас буде бум-бум. Бум-бум, я виходжу в етер. Слухайте всі, може досі хтось не допер. Ера бум-бум починається і тепер. Ламурний партер, холом, я бачу, хтось завмер. Бум-бум, це свято, парад, принад. Бум-бум, це праворуч, ліворуч, назад. Бум-бум, це те, що вмикає струн. Ти нереальна, ти ідеальна. Давай сьогодні робити тільки так, бум-бум. Знаю, для мене фатальна. Убива між нами є струн. Буде наша тайна. Тайна моя. Ти ідеальна, ти нереальна. Сьогодні в нас буде бум-бум. Это Анатолий Анатольевич провтыкался. Ну, в общем, друзья, еще раз Давид Аксельрод, ваш аплодисмент. Тайна. Сегодня будет бум-бум. Так, кто сегодня за бум-бум? Первый ряд не поднимает руку, тут слишком молодой ряд. У кого бум-бум сегодня будет? Ну, давайте, кто поднимает руки. Кто? Вот тут две руки. Мужчины, прошу обратить внимание, тут две руки за бум-бум. Хорошо. Я не зря начал эту перекличку. Скажите, пожалуйста, я...